пиздос, короче. Прикинь, тапки стоят 90 тысяч просто. Смотрите. Как будто на них наблевали и насрали голуби одновременно. Парни, привет, как вам кроссы? И, собственно, смотрите, суть-то видео какая, что я хотел с вами поделиться этим и посмотреть на вашу реакцию. И, значит, история следующая. О чем вообще этот видос говорит? О чем эти кроссовки? Значит, это же интересно понаблюдать за тем, как люди будут реагировать. Во-первых, глядя на то, что есть кроссы вообще, в принципе, неважно, как они выглядят, за 100 тысяч рублей, это говорит только о том, что вы, наверное, ребята, мало зарабатываете, если вы не можете себе это позволить. Хотя среди вас, конечно, есть те, кто может позволить, но в большинстве своем реакция, наверное, будет такая, что типа, почему так дорого и так далее. Вот. Значит, если вы... О чем стоит задуматься, да, если вы испытали здесь какой-то негатив вообще, вот именно негатив при виде такого ценника и всего прочего, значит, наверное, с вами что-то не так, ребят. То есть, значит, внутри вас все-таки что-то заболело, и вы понимаете, что вы очень мелко плаваете. Второе, над чем стоит задуматься, над тем, что, ну, как бы в мире есть какие-то вещи, которые вам недоступны, ну, даже если вы их захотите. Понятно, что эти такие кроссы на любителя. Вот, и, ну, самое главное, что должно прийти, да, я мало зарабатываю. То есть, ну, я считаю, что всегда в этом плане нужно стремиться к большему и улучшать свою жизнь. Третье, о чем нужно задуматься, что, да, у всех вкусы разные, и кому-то может понравиться и такое. Вот, поэтому, парни, если вы испытали какое-то удивление, там, что-то еще, посмеялись, это одно, но если вы здесь испытали какой-то негатив, внутренний дискомфорт, гнев, какой-то протест, типа, что это за херня и так далее, тогда вам точно стоит задуматься над тем, что пора менять свою жизнь, ребята. То есть пора, ну, начать думать о том, как больше зарабатывать и, в принципе, больше зарабатывать. Не ради этих кросс, конечно же, а потому что, как бы, эти кроссы — это олицетворение такой, скажем, другой финансовой жизни. Вот. И есть ЦУМ. ЦУМ — это такое уникальное место. Мы рядом с ним обычно проводим тренинг «Практика». Кстати, он пройдет с 12 по 15 декабря, новогодний. На него я тебя и приглашаю, ссылочка внизу, если ты еще не записался. И мне интересно наблюдать, значит, ну, я лишний раз каждый стараюсь зайти в ЦУМ. Там, ну, раньше я покупал там себе шмотки. То есть у меня был период в жизни, когда... Скажем, у меня появились первые деньги, и меня понесло, потому что очень сильно захотелось то, чего я себе не мог позволить. То есть я себе покупал кроссовки там за 40 от с лишним. Это еще по тем временам, тогда это было вообще дорого. Сейчас я перестал заниматься этой херней, я как бы закрыл все свои вот эти вот внутренние моменты. Вот. Но ЦУМ остался в плане того, что я стараюсь все равно туда зайти. Ну, там можно купить туалетную воду, я считаю, как бы. Там можно купить футболку какую-нибудь. Ну, как бы, тапки за 65 тысяч, например, или за 90, это как бы не мое. Ну, то есть, я могу себе это позволить, но, как бы, я не вижу в этом никакого смысла, потому что за эти деньги можно, не знаю, можно своего брата свозить в Таиланд. Ну, как бы, как раз этих денег хватит, чтобы купить еще и ему билеты. Вот, и поэтому, значит, я люблю заходить в ЦУМ с клиентами или через него проходить и смотреть, как, ну, наблюдать за людьми, как они себя чувствуют. То есть, как-то странно, да, но половине или даже большинству из этих ребят некомфортно. То есть просто заходить в этот магазин, им некомфортно, они чувствуют себя там как-то не в своей тарелке. И как бы о чем это говорит? О том, что, ну, а, у них неправильные ценности, да, но мы многие на этих ценностях воспитаны. То есть мы считаем, что если у человека больше денег, чем у нас, и вообще все какое-то дорогое и богатое, то значит, как сказать, нам там должно быть неуютно, это не для нас, мы там чужие. Ну и, собственно говоря, если тебе заходить в ЦУМ или мерить там какие-то шмотки некомфортно, значит, это как раз сигнал к тому, что надо развиваться, надо расти, в том числе и финансово. А у меня для тебя еще есть классная и очень полезная информация. Она вот о чем. Значит, 28 числа мы с Юрой Сенцовым, моим тренером, будем проводить в 8 часов вечера по Москве вебинар. Вот, который ты сможешь посмотреть из любой точки мира. Вот, этот вебинар будет посвящен теме «Как найти жену». Так он и называется, со всеми вытекающими подробностями. Значит, полная пошаговая схема для того, чтобы найти себе жену или там, любимую женщину для жизни, для отношений. То есть, где ее искать, что для этого нужно,
что нужно для этого тебе, что нужно для этого женщине, как, по каким критериям понять, что она тебе подходит, как остановиться на ней, как внутри все это пересмотреть, то есть много-много-много чего, то есть конкретная пошаговая информация с практическими заданиями на тему, как найти себе жену. То есть в преддверии Нового года и этого семейного праздника это особо актуально, я считаю, для каждого нормального мужчины, достигшего определенного возраста и психологического возраста в том числе. И, значит, 28-го вечером в 8 часов мы с Юрой будем вещать. Для того, чтобы записаться на вебинар, тебе нужно перейти по этой ссылке. То есть этот вебинар для кого? Для того, кто хочет себе реально найти там жену, для того, кто хочет просто отношений, ну и для того, кто хочет сейчас пока гулять, тусить с разными девушками, но при этом он уже подразумевает то, что скоро ему придется создавать семью, ему захочется создавать эту семью. Вот, значит, и самое главное, я считаю, информация, которая закрыта в этом видео, она следующая. Значит, ребята, я 100 раз собирался и наконец-то все-таки вот прям вот из-под палки заставил себя заняться своим инстаграмом, но это будет очень круто. Значит, история следующая. Я буду каждый день, ну, в принципе, уже сейчас я начал это делать, выкладывать в Инстаграм соответствующие посты. То есть каждый божий день, абсолютно каждый день будут выходить посты. То есть это не просто фото. Под фото самое главное – это текст, в котором я буду писать свои какие-то мысли. То есть это, ну, можно сказать, то же самое, что я рассказываю на видео, только это не то же самое, это другие немножечко темы, более глубокие, более философские. И они в формате почитать, в формате статьи. То есть под видео будет статья. Это будет очень интересно и очень полезно. Это прям вот стопудово, ребята, так. Вот. Это первое, почему тебе прямо сейчас нужно подписаться по ссылке под этим видео на мой инстаграм. Но это еще не все, мой дорогой. Вот. Самое главное, что я там 1 числа проведу конкурс. То есть в прямом эфире своего инстаграма 1 числа я проведу розыгрыш, значит, следующих призов. Первый приз и самый главный. Это невероятнейшая халява, потому что тренинг стоит дорого, ну, относительно дорого. Значит, ты получишь возможность выиграть бесплатно. Один человек выиграет место в новогоднем с 12 по 15 декабря тренинге «Практика». Это очень круто. Это просто мега-приз. То есть ты реально в прямом эфире 1 декабря сможешь выиграть место бесплатное в тренинге «Практика». С 12 по 15. Плюс я разыграю еще 2 приза за, ну, 2-е и 3-е место. Это мои видеокурсы. То есть это пакет «Максимум», где собраны абсолютно все мои видеокурсы, которые есть, с заданиями, с упражнениями и так далее. И еще один видеокурс поменьше объемный. Вот. То есть это я буду делать 1 числа. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, тебе нужно будет подписаться на мой инстаграм здесь внизу. И опять же, ты будешь каждый день читать интереснейшие посты по теме саморазвития. Ну, в моем, скажем, исполнении. И тебе нужно будет 1 числа зайти в инстаграм, поучаствовать в прямом эфире и выиграть место в тренинге «Практика», в котором мы с тобой увидимся уже с 12 по 15 декабря. Я лично буду помогать тебе трансформировать свою жизнь. Как-то так. Ну и досмотрим концовочку этого видоса. Она очень интересная. Вашему вниманию предлагается замечательные кроссы. Не смотрите, что они стоят 3990. Сейчас мы своими собственными авторскими соплями их обчишем и сделаем лот, который будет доступен только тебе, Владимир. Мы знаем, что у тебя сегодня дохуя денег, тебе девать их некуда, поэтому у тебя сегодня только будет возможность купить эти обчиханные кроссовки всего лишь за 89 тысяч рублей, потому что мы твои друзья.